Хочу сделать фотографии, которые я не сделала. Поэтому посмотрим, что пропустила. И начну с... Как это называется? В общем, вот этот двор перед кампусом. Спасибо. Так. Рэйчел Эмбер. Она выглядит такой красивой и амбициозной. Итак, фотки, которые я здесь пропустила. Скейт, белка. И... Что же с ней произошло? К сожалению, мы уже знаем, что с ней произошло. О, вот, кстати, к фонтану, мне кажется, я вообще не подходила. И не садилась, это уж точно. Этот день становится все безумнее. Все происходит так быстро. Просто бессмыслица какая-то. Мужика я должна сфоткать вот этого, да? И силы. А я все жду момента, когда же проснусь. И даже если это сон, я-то не сплю. А это значит, что я как-то смогла повернуть время вспять. На это должна быть какая-то причина. И я ее выясню. Такой важный момент я пропустила. Так, белочка. Белочка. Наверное, это не та белочка. Монетки. Как же красиво. Все эти разбросанные зеленые монетки. Надеюсь, все... Нужно ответить на смс-ку Уоррена, иначе телефон разорвет. Не разорвет. Так, мне следует сходить в общагу и взять там флешку. Угу. Мы помним. Но сначала у тебя есть... Уверена, основатели дела. Блэквелла срали бы кирпичами, если бы узнали, что современные студенты будут ходить как зомби с телефонами. Так. Ага, вот она, фотография. Ага, белка была с баночкой. Хорошо, так. Что еще? Так, но скейтеры вот в той стороне, да? Угу. Здесь я, знаете, что пропустила? Вот это вот. У Брук есть квадрокоптер? Привет, Брук. Дай угадаю, ты хочешь поуправлять моим квадрокоптером? С радостью. Я люблю самолеты, аэропланы. Но это не то, ни другое. Ты знаешь, что такое квадрокоптер? Это оружие, да? Ты попутала его с беспилотником. Для тебя это слишком сложно. У меня был квадрокоптер, небольшой такой, маленький. Уоррен говорил, что ты умная. Пожалуйста, отойди. И я подняла его слишком высоко и, в общем, разбила его о... землю, то есть когда он садился, он слишком сильно ударился об землю. Было обидно. Я почти уверена, что Уоррена такой же рюкзак. Только выглядит он по-задротски. У такого маленького квадрокоптера такое сложное название. Прости, Макс. Нужно следить за квадрокоптером, чтобы он не разбился. Привет, Брук. Погоди, да, погоди. Ты хочешь поуправлять моим... Да. Похоже на квадрокоптер модели B400 Evion. Очень крутая вещь. Ты полна сюрпризов. Откуда ты это знаешь? Да подсмотрела только что. И я считаю, что квадрокоптер отлично для этого подходит. Это новая эра фотографий. Впечатляет. Уоррен говорил, что ты многосторонний человек. Вот. Можешь пролететь вокруг кампуса.
Вот такой вот занятный полет я пропустила в первый раз. Так. Сколько кругов мы сделаем? Понятно, сколько я захочу. Клево. Думаю, Дэвид Мэтсон мог бы следить за нами при помощи квадрокоптеров. Вот. Можешь пролететь вокруг кампуса. О, еще раз. Нет, спасибо. Все. Класс. О, вот этот разговор я пропустила, если он тут был. Да. Почему с этой стороны? Это Хайден и его гарем из клуба «Циклон». Привет, Хайден. А вот и она, любительница ретро-селфи. Да, это я. А ты, Хайден, как всегда расслаблен. Учиться в Блэквилле тяжело, особенно когда ты состоишь в «Циклоне». Но тут нечем хвастаться. А что из себя представляет «Циклон»? Он кажется таким элитным. Только для тех, кто недостаточно крут. Но в нем есть большие преимущества. Ну, как скажешь. Да. Но тебе следует как-нибудь потусить с нами. Перестанешь сплетничать о нашем клубе. Мне уже довелось. Ты хочешь, чтобы я потусила с вами? Такое ощущение, что это все выльется в злую шутку. Ага, Расслабься, именно паранойя. так. Мы просто умеем развлекаться. Мы не такие злые. Неприятно думать о вечеринке, когда тебя окружают все эти плакаты с Рэйчел Эмбер. Ты права. Рэйчел тусила с нами. Классная девчонка была. Умная и не стервозная, как сама знаешь кто. Ты правда хочешь, чтобы Нейтан был представителем циклона? Я тебя умоляю. Все просто ненавидят Нейтана. Как по мне, он нормальный. С ним весело тусить. А ненавистники, пусть идут нахуй. Мне кажется, что он дико неуравновешен. У Нейта есть свои загоны, но они есть у всех. Я еще не знаю. Уже знаешь. Так, ты знал Рэйчел Эмбер? Я знаю, что она любила тусить. С ней было весело. Да и внешне она была очень даже ничего. Рэйчел тоже была членом клуба «Циклон»? Нет. Мне всегда казалось, что у Рэйчел есть свой клуб. Она была для нас слишком крута. Но я этого не говорил. Как много вариантов я здесь пропустила. Воу. Похоже, она очень ревнивая. Не думаю, что ты так хорошо знаешь Викторию. Она уважала Рэйчел, хоть и не показывала этого. Что же с ней случилось? Ну... А что случается с людьми, которые исчезают без следа? Теперь я просто в замешательстве. Вот так загадка. Ну ладно, потом поговорим. Вот и все, Макс. А теперь надо собраться и продолжить учебу. Приходите с Даной тусить с нами. Угу. Пойдемте сходим к скейтерам и потом еще поговорим с преподавательницей. Тоже я пропустила этот диалог. Никогда не видела, чтобы пропавшему человеку было посвящено столько листовок. Это Джастин и его друзья-скейтеры. Йоу, Джастин. Так, это я... О, да. Начинай. Какой трюк исполнить первым? Прыжок? Да ты позер. Если ты не можешь отличить ноуслайпа от трифлипа, то не о чем с тобой говорить. Йоу, Джастин. Зырти там. Давай ноуслайд. А потом бы хотелось увидеть и трефлип. Ого, да ты не позер. Нет, но со скейтом дружу плохо. А просто зацени, как мы поимеем эти рельсы для тебя. Хочешь посмотреть? Ну, Можно давайте. Можно увидеть ноуслайд?
Пускай Тревор покажет свой скилл. Скейтерша с тебя никакая. Ну да. Не совсем. Херово. Девки на досках — это всегда круто. Рэйчел Эмбер и ее подружка Панк всегда катались с нами. Вот тут мы что-то узнаем тоже, что и пропустили. Что за подружка Панк? Не помню, как ее звали. Но она была секси. Синие волосы, татухи. Высший класс. Она перестала с нами тусоваться после того, как Рэйчел пропала. Или сбежала? Ты знал Рэйчел? Временами она тусила с нами. А потом она взяла и исчезла. Надеюсь, сейчас она живет как в сказке. Как много информации пропущено. Если кто-то сделает ей больно, то мы возьмем свои доски и сделаем больно ему. А вы тусовались с Викторией? Пизду. Я скорее променяю свой скейт, чем буду тусить с ней. Снюхаемся позже, Джастин. Если еще раз захочешь зафоткать нас, то мы в твоем распоряжении, Макс. Так я еще и вроде не запомнил, не зафоткала. Зырь, как мы поймем эти рельсы? Так, 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 фотографию-то я и не сделала. Ну да давай еще раз. Выберу второй вариант. Hey. Скейтер. Погоди, нет. Это... Не совсем. Не-не-не-не. Снюхаемся позже. Если еще раз захочешь... Йоу, Джастин. Зырти-то, Макс. Давай на слайд. Ого, да ты не позже. Нет. А, просто... Ну-ка. Сделай трефлип. Пускай Тревор покажет свой скилл. Так. Вот это вот. Нам и нужно было. Ой. Глянем. Да, так, осталась белка. Осталась белка. Прости, чувак, но мне пришлось это сделать. Ну, где-то здесь она тоже должна быть. Это белка. Пошли искать белку. Но сначала пропущенный диалог. Мисс Грант занята своей петицией. Добрый день. Извини, Макс. Так. Ну, если честно, я сейчас спешу. У меня нет времени. Подписывать Лома. Она ее не стала. В Блэквилл грядут серьезные проблемы, которые затронут всех нас. Поговорим еще, когда у тебя будет время. Обещаешь? Добрый день. Теперь у тебя есть время меня выслушать, Макс? Так, а тут я ее даже слушать не стала. Давай-ка послушаем. Конечно. Мне хотелось бы узнать основу. Дэвид Мэтсон, начальник охраны, хочет разместить камеры наблюдения по всему кампусу. В коридорах, в классах, в спортзале и даже в общежитии. Академия Блэквилл – это высшая школа, а не тюрьма строгого режима. Это безумие. Конечно, в школах должны быть меры безопасности, но камеры в кабинетах? Это скользкая дорожка. Именно ученики Блэквилла решают, что будет дальше. У Академии Блэквилл богатая история. Начиная с коренных американцев, основавших эту землю, и заканчивая учеными, которые хранили на этой земле мир. Вы много знаете о Блэквилле для учителя науки. Наука – это история, Макс. Мне бы хотелось преподавать местные предания и легенды. Я знаю много фактов об этом месте, которые тебе было бы интересно узнать. И прежде чем снова утонуть в учебе, подпиши петицию. А то наш кампус вернется в 1984 год. Ну и в прошлый раз я не подписывала. Нажму подписать, хотя сейчас это уже ни на что не повлияет, камеры, потому что я в режиме слишком. Коллекционирования. Я знала, что ты не просто так стала моей любимой ученицей в Блэквилле.
Ну и все еще белка. Все еще белка. Где-то здесь должна она быть тоже. Что там, баночка стояла? Мне кажется, сюда я вообще не подходила. Или Уна. Подходила? Это Люк Паркер. На прошлой неделе Закари запер его в шкафчике. Так держать, задира. А, привет. Макс, я не хочу говорить. Что случилось? Нейтан Прескотт, богатый сучонок. Да, он это думает, я тоже... что владеет людьми, как его родители. Не Блоко, помню такого диалога. Как он владеет циклоном. Значит, да, я сюда не честно подходила. Честно говоря, он тот еще тип. Ты знаешь его? Не совсем, я иногда его вижу. Кажется, ты что-то не договариваешь. Макс, расскажи. Нет, Нейтан просто избалованный придурок с деньгами. Не в моем вкусе. Кто-то должен утихомирить этого придурка. Это случится. У кармы нет любимчиков. История всегда это доказывала, да? О, да. Правосудие ждет тебя, выродок. И все же. С этим парнем я говорила. Слушайте, ну я все еще не нашла белку. Кто валяется? Не знаю, кто валяется. С девчонками тоже я говорила. Где-то была здесь белка. Я ж видела. Он там скачет. Они тут вообще кругом, я смотрю. Ага, и это я не рассматривала. Какой ужас! Бедная выдра. Фу, мерзость. Курите электронные сигареты, что ли? Так, ну, я так понимаю, это не та белка. Или, может быть, не здесь белка должна быть? Может быть, она в следующем месте? Да, наверное, дальше. Еще я не позволила Дэниелу меня нарисовать. Как дела, Дэниел? Посмотрим этот вариант тоже ради интереса. Можно я задам тебе вопрос? Угу. Ты не против, если я тебя нарисую? Я выкладываю свои рисунки на Facebook. Это честь для меня, Дэниел. Так я чувствую себя музой. Забавно, что ты это сказала. Я как раз думала о своей настоящей музе. Рэйчел Эмбер. Вау. Ты ее знал? Нет, но однажды она попросила нарисовать ее портрет. Она великолепно позировала. Какие интересные подробности я пропустила. Хоть что-то известно? Она просто перестала ходить на занятия. Некоторые говорят, что она сбежала, а некоторые, что сбросилась с обрыва. Надеюсь, что она в порядке. Трудно не заметить плакаты с ней по всему кампусу. Больно смотреть на то, что ее милое личико напечатано на плакате с пропавшими. У нее было доброе сердце. Ладно, давай приступим к рисованию. Но думаю, я буду смотреться хуже, чем Рэйчел. Не говори глупостей, ты отличная заместительница музы. Очень хорошая поза. Здорово, здорово. Так меня еще не рисовали. А как рисовали? Что ж, двинусь дальше. Я так думаю, белка должна быть где-то там.
запустила следующую главу. Ну, точнее, глава-то эта же, но следующая часть, следующая локация. И белка должна быть где-то здесь. Надо подняться в комнату и забрать флешку Орена. У тебя до этого куча всяких дел. О, чувак! Нет, подруга, не надо фотографировать. Подожди пятничную игру. Почти. О, там сидит Кейт. Надо же. В нашем блоке дружат с экологией. А вот и Кейт. Еще более разбитая, чем... Привет. Привет, Макс. Тоже один из пропущенных диалогов. Ты грустная. Все хорошо? Я сегодня немного подавлена. Прости за всю эту драму. Что-то случилось? Макс, пожалуйста, оставь меня одну. Прости. Ладно. Футбол, ты что Макс, скажешь? Бей к футбол. Отойди. Это все было, 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 было. Хватит портить деревья, неудачник. Думаю, с Алисой можно подружиться поближе. О, привет, Макс. Как дела? Прелестно. Сижу одна и читаю дамские романы. Скоро я договорюсь с Викторией о членстве в Циклоне. Думаю, лучше оставить тебя с книгой. Точно. А теперь прошу извинить. Что-то я не понимаю, где тут искать белку. Хотя показывает, что где-то здесь. Ну-ка, что там у нас было? Что читаешь? Люби сейчас или умри навеки. Только ничего не говори. Это бестселлер. Точно. Да, вот такой диалог у меня точно был. Ну что ж. Да, это прям странно. Можно подумать, что со всеми этими орегонскими дождями вовсе не нужно поливать лужайку. Думаю, Блэквеллу приходится ее еще и хорошенько подстригать. О, я нашла белку. Да, вот так. Следующая, значит, у нас локация общага. Здесь пропущена одна фотография была. И это, значит, вот. Вот эта вот картинка с... Где? Собственно, мне нужно в мою собственную комнату, я так понимаю. Давай быстрее! Виктория со Слицем вот так задержались. Как я могла пропустить фотку в своей собственной комнате, если это, конечно, она... Или это было в комнате... Не, это было в комнате Виктории. Перед встречей с Ореном, мне стоит взять флешку с моего стола. Так. Я так тащу. Орен умеет меня развеселить. Приятно осознавать, что в этом месте у меня есть хороший друг. Так, мне нужна записка, похоже, чтобы... Похоже, она мне записку. Супер. Теперь надо переться к Дане, чтобы забрать у нее флешку. Да-да-да.
И там будет разборка с Даной. Сейчас по-быстрому это надо все сделать. Дана! Скажи мне правду, иначе сгниешь там. Да-да-да-да-да, я в курсе уже. Давайте очень быстро решим эту проблему. Потому что мне нужна всего лишь фотка. Джульетта. Ага. Пропустим. Что она? Что она? Ауч. Ну вот это смешно. Ну и какая? Я опять забыла. Джульетта Отсон. Не выпустишь меня, я полечена. Я закричу. По словам Виктории... По словам Виктории... Она видит... Макс, клянусь, я ничего не делала. В этом замешана Виктория. У нее в комнате должны быть доказательства. Да-да-да, я пошла уже за ними. Я так понимаю, я должна сделать фото вот этих вот фотографий. Кстати, о селфи. Интересно. Сыграем в небольшой фотосессии. Отличная картина. Вот так. Кстати, да-да-да. Я помню, что я этого не сделала из соображений гуманности. Ладно. Так, есть. Значит, следующий эпизод. С флешкой. Это когда я уже вышла, и все там, проблемы все решены. Думаю, с Алисой можно подружиться поближе. Ау! Вот это я, кстати, же! Вообще не видела. Я слишком быстро прошла мимо и... Алиса, подвинься! Ну, если ты просишь, Макс. Вот об этом я и говорю. Наконец-то я кому-то помогла. Вот она фотка. Так, прекрасно. На этом, наверное, все. Дальше у меня другой эпизод. Так, 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 так. Здесь еще раз смотрю. Парковка. На парковке тоже нет фотографии. Так, а что там на парковке? Что там на парковке? Глянем. А, фургон стоит, вижу. Осталось найти ракурс. Я рада, что вступилась за Кейт. Ненавижу, когда над людьми издеваются. Ух, как тут всего много, я еще не посмотрела, оказывается. Пока тоже что. Пронеслась. Зачем на велосипеде туалетная бумага? Слушайте, у них явно нет дефицита туалетки. Весь город превратился в один гигантский плакат «Пропала без вести». Да. Черт! Кто-то потратил кучу времени, расклеивая эти так плакаты. Так это же машина Хлои. Это значит, все это время она стояла на парковке и была где-то... А, ну правильно, она же где-то здесь тоже. Ведь они там с Прескотом были. Правильно, это так логично. А вот это меня выбесило. Вот так наглость. Да. Простите, уважаемые инвалиды, но моей машине нужно больше места, чем вашим. Вот ублюдок. Это твоя подруга. Вот-вот. То есть, и она увидела, как Прескотт ее прессует, и поэтому подъехала. Вот в чем дело. Уж надо такое пропустить. Так, слушайте, фургон, окно. Это нарисовать? Пыль, так и манит мой палец. О, я что-то должна окно была нарисовать. Грязным, пока на нем не напишут «Помой меня». Класс. И фотка.
Я могла бы отослать это фото на выставку, посвященную Аркадия Бэй. Сколько офигенных моментов я проскочила просто потому, что так работают мои мозги, к сожалению. Оу. А, кстати, смотрите, на фотки не перевели. То есть везде графику подправили, здесь нет. Итак. Что? Ну, дальше мы все знаем, что было, поэтому смотреть еще раз не буду. Поехали дальше. Так, значит, в этом эпизоде что-то еще осталось. Пикап Хлои не было, не было, не было, не было. На утесе две фотографии пропущено. Поехали. Опять камера сползла по правилам. Лань. Наша знаменитая. Меня здесь не было целую вечность. А мне кажется, что я была здесь недавно. И я должна глянуть, что же за фотки там были. Закат и еще что-то. Я шла в моем сегодняшнем кошмаре. Так, так. Птичка и закат, то есть лавочку я должна. А птичка, интересно, где нужно? Повнимательнее. Опять белка. Привет, миленькая белочка. Ты и я. Турнир по гляделкам. Так вот к чему это было. О, птичка. Птичка? Да. Попалась. Полюбуемся. Шикарная. Так. Возможно, я, конечно, здесь еще что-то пропустила, но я не буду сейчас на этом останавливаться. Ой. Ой. Кто-то опять перепутал кнопки. Так, ну это чтобы он тут не пикал мне. Птицам повезло. Если что, они всегда могут улететь. И... Так, мне нужна фотка. Да, вот такая. Ну, как красиво. Класс. Так. Миссия выполнена. Здесь что-то еще осталось интересное. Так, утес. Нет, все. Второй эпизод, поехали. Вот отсюда начинаем. Здесь... так, смотрим. В разнобой. Какой-то недоеденный бублик. Это было в общаге? Не помню, не помню, где бы это могло быть. Ага, и это она уже вышла. А, у Самуэля, точно же, он же кормил там птичек. Птицы так и тянутся к Самуэлю. Так, интересно, что я должна сделать. Потому что я ж вроде в нем с ним разговаривала. Вот ни свет, ни зай. Привет, Самуэль. Может, не здесь? Не знаю. О, привет, юная Макс. Я обожаю раннее утро. Все так тихо и спокойно. И зверушки словно просыпаются вместе. Все так чисто и красиво. Обязательно. Подожди. Нет, наверное, что-то я пропустила. Про животных. Вот за что. Белки всегда показывают. Так. Ты не смейся.
Снег. Предупреждение. Не буду мешать твой... Обязательно. Нет, это мне ничего не дало, значит, не здесь. Мне кажется, я здесь кого-то тоже кормила. Или нет? Выпускайте Кракена. О, ну, вот что белки. Нужно было сделать. Готовьтесь к своей минуте славы. Приманиваем белочку. Бежит. Да, вот такая есть. Фотография. Хоть на Пулитцеровскую премию отсылай. Класс. Дальше. Кафе. Две фотографии пропустила. Даже не пытайся украсть его, он мой. Все-таки было два кита. Даже не питаю надежд. Я стану миллионером. Надеюсь, никто... Я хочу посмотреть. Ага. Так, значит, какая-то надпись меня интересует. И... Стащит его у меня. Кстати, о перемещении вот это вот. Закусочная ни капли не изменилась. Знак. Фотка. Полюбуемся. Отлично. И вот это что же это такое? Что же это такое? Какой-то граффити или что? Привет. А... Да, вижу, что... Сколько... Так. Ты... И... Что... Здесь было у меня... Простите. Я все... А куда мне... Все с ней проговорила. Вы навер... Она-ка... Хочу посмотреть, здесь ли я пропустила, а что ее надо предупредить, или не здесь. Вы что-нибудь знаете о Рэйчел Эмбер, пропавшей девушке? Я знаю, что она пропала. И что слонялась здесь. Иногда я видела ее. Она гуляла одна, вся в своих мыслях. Чертовски мила, чтобы иметь такой взволнованный вид. Вы с ней знакомы? Раз или два она говорила со мной. О проблемах в школе, о том, что хочет стать моделью в Калифорнии. Она была себе на уме. Но, милый, я молюсь, чтобы бедняжка была здорова. Но нельзя спасти каждого. У вас... Все. Я знаю, чел... Тогда будь. Мне нужно идти. Думаю, она видела Аркадия Бэй в годы всех его изменений. И тайны. Так... Что-то я упускаю здесь. А здесь сколько было? Две, да? Пропущено фотографии. И это было где-то после фотки с собачкой. Что еще я здесь пропустила? Может, надо обойти с этой стороны? По
пока не вижу ничего, кроме фургона. Ну, угомонись, кому сказал уймись, прекрати лаять. Вот сюда я вообще не ходила. Ясно. Что? Этот грязный фургон я видела вчера. Да. Где же, собственно? Собака. А, может быть, на пожарном гидранте что-то там где-то. Нет? Нет. Блин. Так. Может быть, внутри закусочной. Эти запахи, звон ложек. Будто бы мне снова 13. Здесь я поговорила со всеми, с кем смогла. Забавно, но наша семья никогда не ездила смотреть на китов. Похоже, это весело. Блин, не знаю, где это было, до, после. I got you, babe. Как, кстати, только вот ни хрена подобного. О, Кен, Кизи и Джойс. Идеально. Да что ж это такое было-то? У дальнобойщиков такая романтичная жизнь. Привет. Пардон, Муа. О. Ничего. Может, мне нужно... Не знаю. Так, ну что, я еще раз целиком прошла эту локацию и так и не поняла, что же я пропустила. О, а я даже не заходила сюда, в принципе. Ну-ка. Это граффити здесь уже целую вечность. Может, тут? Спасибо, быдло-поэт. Кажется, что они не помоют тут это все. Все же читают. Вот она где. Вот она, эта фотка с этой надписью про огонь. Ну, наконец-то. Не прошло и года. Так, все здесь, все. Остались пробирки. Так. Пам. Пам-пам. На свалке все фотки сделаны. Вот в академии я не сделала фотку с пробирок. Я тогда ходила вокруг этих пробирок целый час. И так и не придумала, как их сфоткать. Сейчас сразу пойдем и сфоткаем. Ну, я надеюсь, что я соображу, как это надо сделать теперь. У меня есть пару минут перед уроком Джефферсона, так что можно немного побродить. Не, немного побродить мы не будем, мы побежим побыстрее. Макс, мы можем поговорить? Можем, но только быстро. И я. Вы же... Есть. А что? Ты... Отвечаю, Макс, что угодно, они... потому что иди. Это все я уже делала, и вроде вышло нормально. Все, спасибо. Я видела, как... Так. У меня есть еще немного времени. Можно пойти посмотреть, как Уоррен уживается в роль безумного ученого. Так, это где-то вот с этой стороны. Во. Вот Уоррен, вот его пробирки и... так... Принеси мне мозг, Игорь. Мистер Чародей погружен в работу. Привет, Уоррен.
Серебряный молоток? Здесь я уже знаю, что произойдет, и у него ничего не получится. Не знаю. Калий? Угу, бум. Ох уж эта наука. Думай, голова, думай. Привет, Оран. Так, еще раз. Раз ты бросишь... Мне нужно добавить либо к... Много. Я думал... Ты только глянь... Большой взрыв. Ого. Ну и, собственно, мне, она не буду скрывать, меня. Подсказали, что надо попросить помощи у училки. Здравствуйте. О, я как... Жаль, что ты не... Это совсем не сложно. Во. Мисс Грант. Ты знаешь... Скажите, какой бы химикат вы использовали в этом эксперименте? Калий или натрий? Ни тот, ни другой. Конечно, если ты не хочешь себя взорвать, я бы добавила хлор. Ага. До свидания. Простите, мисс... Все остальное мы уже обсудили. Очень скоро. Такс, ну давай-ка. Привет, Оран. Серебряный... Раз ты бросишь... Мне ну... Давай-ка сделаем так. Ошибка, Оран. Нужно добавить хлор. И точно уж не натрий или калий. Хлор? И не подумал бы. Ну что ж, не буду спорить с великим умом. Попробуем? Попробуем. Это было, наверное, ну, сложно для меня, что надо попросить Эврика. Помощи у препода. Получилось? Нет, это все ты. Не скромничай. А вот и фотка. Доктор Колфилд. Я просто искала ракурс, а оказалось, нужна дополнительная манипуляция. Заценим фотку с пробирками. О, так пробирок-то нет. Уоррен, ну прекрасно. Поехали дальше. Мне понравилось помогать Уоррену. Так. Следующий эпизод. Так, давай с конца пойдем. Нет, не пойдем. Так, так, так. Здесь, собственно, все. Назад. Ну и пошли следующие. Здесь есть, есть. Вот тут. Академия вечером. А, это где мы ночью были в академии и вломились. Там я пропустила точно две фотки. А то. Сейчас. Ну, одну я уже тоже знаю, где. Слушай, сделать. Меня сомнения гложет. Вторую, какая вторая была, я не помню. В полной жопе. Ну ничего, спихнешь вину на меня, как тогда с травкой. Я серьезно. Мы уже не дети. Это взлом и проникновение. У нас же есть ключи. Какое это взло? А в проникновении обвинить не смогут. Я серьезно. А если загребут? Не загребут. Глава охраны Блэквелла мой отчим. А этот придурок не допустит, чтобы я попала в лапы местной полиции. Ну так что, осмотрим кабинет ректора? Ты же отмотаешь время, если нас поймают? Угу. У тебя чумовые силы, Макс. Но они не помогли мне спасти Кейт. Я сделала это сама. Давай, осталась последняя дверь. А можно я туда не пойду и сразу пойду в кабинет естествознания? Потому что фотка там. Читерство полным ходом. Рыбок вот я тут сфоткала, а скелет я почему-то искала картинку. А тут надо было искать. Фу, вот что. Перейдите на электронные сигареты, что ли? Я тоже искала граффити, но это не граффити. Второй раз она говорит про перейти на электронные сигареты. И вот журнальчик. Да, и птичка, точно. Про птичку я говорила тоже, что я ее... Я на нее смотрела, я про нее подумала, но нифига не сфоткала. Слушайте, до птички тут довольно много всего должно произойти. А, и для этого, чтобы все это произошло, мне надо назад вернуться, потому что я ингредиенты не взяла. Опять сейчас за кадром все это сделаю, чтобы не занимать время. А вот, кстати, к вопросу о том, можно ли взять другой скотч, у меня был. И да, его можно взять. Это мой скотч.
То есть в прошлый раз я взяла вот этот, который пришло вот тут лежал. Пришло время показать Хлое, что Макс та еще бомба. А я решила попробовать, можно ли взять другой скотч. Да, можно. Итак, мы внутри. Я открою. Мы открываем дверь. Тут происходят все эти разговоры. Я смотрю на эту штуку. Вблизи ты не такой же безвкусный. Так, а как же ее сфоткать? Так, Хлоя. О, вот, это же Хлоя, фото Хлои. Поздоровайся с моим маленьким другом. А не птички. Пожелайте спокойной ночи, негодяю. Полюбуемся. Угу. То есть птица-то она была так это предлогом. Ну что, поехали дальше. Птичка, которую я не выпустила. Теория хаоса. Так. Вот. Вот эта птичка. Так, здесь мне надо быстренько поговорить с Джойс. Яйца и бекон. Блинчики в прошлый раз я ела. И мне нужно было молоко, а не бекон. Так, а бекон? О, а мне дадут теперь заглянуть в холодильник. Прикольно. Это если бы я выбрала яйца и бекон. Потому что в прошлый раз блинчики, и я брала молоко. Молоко. Да, я сразу откроем окно. Потому что птичку надо выпустить. Что небо окрасится в красный. В обычной одежде Джойс выглядит совсем иначе. Так. Мне чего-то не хватает. Не, зачем? Зачем? Туда не надо идти. Ой, мертвые птички. Три мертвые птицы в ряд. Это охренеть, как жутко. Так, в прошлый раз я сюда выходила, но тоже не сделала все, что надо было сделать. Сейчас с птичкой запустим эту сам. А, вон она, птичка. Сейчас, ладно. Мне нужно ее выгнать. Напугаем. Вруч, птичка, улетай, дурачок. Так. На улицу. Все, отлично. Ингредиенты. Ну ладно, черт с ними. В общем-то, может быть, они мне и не нужны для того, чтобы я могла сделать фото. Птичка-то улетела, и фоткать-то я ее должна на улице. Качельки. О, снова сидение присесть. На качелях всегда так успокаивает. Помню, как мы с Хлоей всегда качались по очереди. Мы толкали друг друга, чтобы взлететь как можно выше. Мне кажется, этот кусок я тоже пропустила. Хлоя всегда хотела сделать на качелях солнышко. А я всегда пугалась и спрыгивала раньше, чем взлечу. Хлоя до сих пор старается улететь. Еще птичка. Как же погибли эти птицы? Как-то их тут много... А, вот и та, которая улетела. Ну, наконец-то! Вот что нужно было сделать. На заборе она сидела, ясно. А, это радуга! Вот, а я все искала, думаю, что же это такое? Это радуга. Ну, тут, конечно... Угу. Я все искала вот эти вот полукруги. Так, ну все на этом. Поехали дальше. На этом здесь, наверное, все. А, нет, еще закусочная. Две фотки. Мы туда ходили еще раз.
Что-то я не припомню. На ноутбуке Дэвида я обнаружила фотографии. А, это когда они ходили с фургон обшаривать. Да это невозможно. Точно. Она просто использовала Фрэнка. Если точно, точно, веришь, совсем забыла. Проверим, что же есть у Фрэнка в фургоне? Какие там фотки? У Фрэнка есть браслет Рэйчел. Кто знает, что там у него еще? Пусть этот ублюдок. Кто расскажет мне, в какой момент отключилась камера, тот молодец. Ладно, хоть звук, наверное, шел. Поехали дальше. Этот ублюдок молится, чтобы мы ничего не нашли. Так, какие фотографии здесь я должна сделать? Блин, какой-то муравей, перо. И вот это я так и не поняла. А, это, наверное, фургон. Проверь дальнобойщика. Фрэнк иногда так напивается, что забывает ее закрыть. Ну-ка. Муравей, я не знаю, что за муравей. Может быть, они там у него не верится, что в фургоне были какие-то муравьи, не знаю. Нужно быть осторожными, как ниндзя. Сейчас посмотрим. Собака. О, черт. Окей, у меня есть план. Я иду в кафе к Фрэнку, говорю ему, что верну ему долг, но для этого он должен пойти со мной. Затем ты входишь, перематываешь время назад, говоришь ему, что ему нужно осмотреть свой фургон, забираешь ключи и снова отматываешь время. Хлоя, я справлюсь. Скоро вернусь. Давай. Мне как раз надо сделать пару фотографий. Поищу-ка я пока какую-нибудь косточку для шавки Фрэнка. Нужно обязательно найти способ стащить ключи у Фрэнка. Еще птичка. Да что же тут происходит? Это все ты, детка. Перебарщиваешь с перематкой, с перемоткой времени. Это очень жутко. Рыбак. О, вот он, дальнобойщик. Это ж его тачка, да? Вот это мне надо. Вот эти вот флаг там, это было видно. Клёво было бы ненадолго стать дальнобойщиком. Нет, не клёво. Ремонтика дороги. Привет, как вы... Чудно. Интервью окончено. У вас неудачный день на работе? Работа тут совсем никудышная, а ведь мне нужно оплачивать счета. Для меня время – деньги. Хреново. Жаль, что я не могу свалить. Городишко идет под откос. Сперва снег, потом затмение. Теперь еще какая-то шалава хотела спрыгнуть с крыши. Тогда вам стоит уйти. А что, бедная Кейт. Так? Как-то раз эта дура Рэйчел спросила меня, смогу ли довести ее до Лос-Анджелеса. Вы знали Рэйчел Эмбер? Можете о ней рассказать? Нет. Господи, почему бы тебе не устроиться на настоящую работу, а не просиживать днями за домашкой? Хотел бы я посмотреть на тебя за рулем моего Нидом 77-го года. Как я сказал, интервью окончено. Так, надо мне что-то ему такое эдакое Привет. Сказать. Как ваши дела? Чудно. Угу. Вообще-то... Черт, откуда ты знаешь? Моя подруга Рэйчел Эмбер рассказала мне про эту крутую фуру, потому что я люблю фотографировать дальнобойщиков. Ты знала, Рэйчел? Вот хитрая. Вот уж кому было начихать на дальнобоев, да и на работу в целом. О, оказывается, вы ее знали? Она бывала в закусочной. Опять куча ценной информации. Рэйчел типичная охотница за деньгами и самое место в Калифорнии. Ну а теперь, если хочешь, можешь так и быть сфотографировать мою фуру. Пока. Давайте, наконец-то. Осталось разгадать, что за муравьи там были. Еще птичка. Торнадо, о, слушайте, затмение. Это перо птиц. Перо птицы, да? И муравьи. Твою мать. Возможно, это тоже как-то связано с мертвыми птичками. Надо посмотреть всех, которых я найду.
Это не та птичка. Какая же из них? Так, и вот здесь вот еще какой-то замес я пропустила с бездомной. Может, с той стороны как раз-таки я и найду еще птичку. Муравья этого. А вот они, муравьи. Жутковато. Точно. Угу. Все. И бездомную я должна была вот здесь, наверное, предупредить тот самый момент, который я пропустила. Привет! Как вы? Посмотрим заодно. Я помню тебя. Слышала я, что какая-то девушка чуть не спрыгнула с крыши в Блэквилле. Кейт Марш. И мне удалось уговорить ее спуститься с крыши. Это была ты? Будь возможность, я бы за тебя выпила. Спасибо. Жаль, у меня нет бутылки. Но мне нужно выяснить, кто еще в этом замешан. Я, наверное, еще больше шпион, чем ты. Люди притворяются, что не видят меня. Но я-то вижу их всех. Вижу, что они делают. Она расскажет нам еще что-нибудь интересное. Ой. Я думаю, что муж Джойс Дэвид как-то замешан во всем этом. Не-не-не, ты... Он грубый засранец. Но ему просто хочется что-то изменить. И что же, испортить жизнь мне и своей семье? Ну, вряд ли. Похоже, ты знаешь гораздо больше, чем я, дитя. Просто мне кажется... Может быть, расскажешь мне, что ты скрываешь? Угу. Думаю, я могу доверять вам так же, как и Хлоя. И вы не сочтете меня сумасшедшей. Ну, не мне тебя судить. И ты не сумасшедшая. Я кое-что хочу сказать. Мне привиделось, что торнадо уничтожит Аркадия Бэй. И, судя по всему, это... Правда. Может быть. В воздухе витает плохая энергетика. Спасибо за предупреждение. Вот, и теперь она успеет спрятаться. Ну, правда, я этого уже не увижу, но да ладно. Поскольку здесь у меня не сохраняется теперь мои выборы. Выбрать эпизод. Так, значит, здесь еще разочек глянем. Но здесь все. Я уже увидела, что все закончено. Все. Проявочная, поехали. Дом Хлои, второй этаж. Фотка, которую я сделала в реальной жизни, а здесь не сделала. Сейчас все будет. Я надеюсь. Утро, когда она очнулась и увидела, что с Хлоей все в порядке. И я там искала елку за окном, а надо было смотреть не на елку, а на то, что на переднем фоне. Но я, правда, не сразу поняла, что это такое, а это же подвеска Хлои. Хлоя, ты здесь? О, вау, вот тогда. Всего раз поцеловала уже лапой вовсю. Просто я так рада, что ты здесь. Ты будто под кайфом. Но спасибо за утренние обнимашки. Мы всю ночь играли в CSI Аркадий Бэй, и теперь я сижу в замешательстве, пытаясь сопоставить всю эту инфу. Макс, ты что, забыла, что мы откопали? Надеюсь, ты не играла со временем, пока я спала. Чуть-чуть. Больше не буду. Просто я тоже в замешательстве. Добро пожаловать в реальный мир, Макс. Вряд ли я когда-либо расскажу Хлое о произошедшем. Расскажешь. Нужно изучить доску со всеми нам известными кусочками мозаики. Подожди ты с доской. Вот что нам нужно сфоткать. О, да. Надо было еще предыдущий эпизод посмотреть. Там я не оставила надпись на камине, в принципе. Но да ладно. Не спать всю ночь, вот лучший повод для... И... Да, вот какое фото должно было быть. Угу. Так, и здесь еще остались следы на песке.
Так, сделали, сделали. Больница, общежитие. Мужское общежитие. Вот где это было, в мужском общежитии. Ну там я вообще не знаю, где. Хреново, что у вас не совмещено вообще. Что-то я тут пропускаю. Чтобы Нейтан Прескотт жил в комнате напротив моей. Да уж. Стой тут. И предупреди меня, если Нейтан или кто-то еще заявится. Я не подведу тебя, Бэтмакс. Сперва я должна найти комнату Нейтана. Да, побыстрее. А, вон они, где следы. У каждого фотографа должен быть размытый снимок Бигфута. Вот оно что. Точно. Так, ну и осталась луна. Не знаю, что творится с моей камерой. Что-то она у меня там уснула и ничего вам не показала, что надо было. Ну да ладно, заменю ее потом в местах, где она вот так вот зависла, на какие-нибудь фотографии. Главное, что звук есть. Так, пляж, дом, сарай есть, свалка есть. Вот вечеринка, там я не сделала фотку луны. Я не нашла, где и как ее сделать. Я должна здесь найти окно. Мне кажется, стало слишком громко. Секунду. Чуть-чуть убавим. Так, здесь окон нет. То есть она меня просто так тут даже не отпустила. Пропустим, пропустим, пропустим. Можно, кстати, было послушать другие варианты диалога, но я что-то интуитивно нажимаю то же самое. Так, все. Пошли. Так, я должна искать окно. Внимательно. О, так вот же они окна. И вон она, луна. Две луны. Это было просто, кстати говоря. Я туда просто наверх вообще не обращала внимания. Так, здесь все. Поехали дальше. Здесь, наверное, все фотографии уже готовы. Вечеринка, все. И последний эпизод проявочная. Где здесь были фото? Кабинет искусств. Одно фото не сделано. Каждого из вас можно подкараулить в переулке. И заснять в момент полного... Сразу посмотрю, какое. Ага, Кейт Марш. Чайни. Похоже, сейчас Макс сделал так называемое селфи. Дурацкое название. Я вернулась туда, откуда началась эта сумасшедшая неделя. Это кошмар наш. Больше никто и никогда не навредит Хлое. Стали популярны с начала 19 века. Так что ваше поколение не первое, которое использует селфи для самовыражения. Простите, не удержался. Суть в том, что портретура всегда была важным аспектом как в живописи, так и в фотографии. Буквально всегда. Давай быстрее болтай, мне некогда. Неважно. О. Разве?
Так. А, ну здесь я должна сделать все-таки некоторые действия, чтобы мне дальше позволили встать отсюда. В этой брошюре точно должен быть номер Дэвида. Мы нашли номер, и мы его давайте предупредим. Ну. Так. Сделали. Не важно, что будет со мной. Бедная Кейт. Так, тут я ей сказала, что все хорошо. И вот фото. Миленько. Ой. Фото. Да. А дальше это интересно где? Самолет. В галерее должна была сделать фото, но не сделала. А какое там интересно? Ну-ка. Человек, который стоит и смотрит на фотки. Ну пошли, посмотрим, что же тут где. Мне кажется, единственное место, где я не была, это первый этаж. Нет. О, может быть здесь? Я не помню, заходила я сюда или нет. Знакомая камера. Пожалуй, это слишком метафорично. И я на чужую камеру сделала фотку. Во как. Понятно. Понятно, понятно. Глянем. Да. Так, какая-то машина у нас на крыше еще осталась. Вот здесь, в закусочной, когда я пыталась всем и вся помочь. Правильно, конечно же, вот это все очень способствует тому, чтобы сделать пару фотографий. Подъезжаем. Дальше не проехать. Какая-то должна быть машина на крыше. Помоги мне. Давай. Он застрял. Я... Помогли. Yeah.
дать ему пострадать. Это конец! Все кончено! Куда я здесь еще не ходила? Я не вижу, если честно, машину на крыше. Еще раз гляну. Какой-то интересный такой ракурс. Торнадо там видно. Вот так вот. Вот тут вот единственное. Может, мне надо помочь Эвану сначала? Выкуси, Роберт Капа! Эван, ты что там? Так, он ушел. Алиса, это я видела. Нет, тут я не пройду. А может, есть другой путь? Может. Пройду его без вас. Я прошла, спасла опять мужика, и еще посмотреть надо с этой стороны, может, где-то здесь. Ай. Так, ну погодите, погодите. Давай там песочком побыстрее. Двигай своей жопкой. Ну ты чё? Бери песок. В чём проблема? Вон лопата. Давай, Макс, останови ага. Огонь. Открылась опция. Так, остановила. Ага, вот она машинка. Из какого ракурса я должна ее снять? Слушайте, дверь какая-то, куда я не ходила. А, нет, ходила, это же закусочная. Во! Ага, вот так. Ну, бездомная там по-прежнему у меня лежит, поскольку здесь мое исправление ни на что не повлияло. Ну и, собственно, на этом здесь все. И я не сделала совершенно ни одной фотки в кошмаре. Вот в чем кошмар. Не думала, что это возможно, в принципе. Ну, поехали, что ж, посмотрим. Наверное, это надолго. Так, сразу. Погодите. Так. Я должна сделать фотку надписи на столе. Ой. Эти частички запоминают. Что-то сегодня техника совсем со мной не хочет работать. Да и не только сегодня. Лампа не умирает, камера падает. Не падает, так перестает показывать то, что она должна показывать. Если еще и звук не пишется, будет вообще супер. Из-за безнадежности в ее работах. Ты чувствуешь угнетение, глядя в глаза матери и их детей. Так, здесь птички. Что происходит? Почему никто не обращает на это внимание?
Ну опять, давайте это пропустим. Так, вот она, я. Ну, а как сфоткать ее? А, далее, смотри-ка. Плевать, сон это или ночной кошмар. Я должна сделать это фото. Логично, логично. Дальше. Белка. Белка. Белка под деревом. Не взаправду. Я просто не помню, что дальше было. Моя веселая память. Я не знаю, насколько далеко там дальше фотка с этой белкой получится. Что еще там было? Белка, опять курение, шкафчики, бутылки. Но бутылки это намного дальше, я так понимаю. Вот белка фиг знает где. Так. Ладно, значит, опять пауза. Где-то здесь, мне кажется, это должно быть, но я не знаю, в каком из кусочков. Макс, не лучшее время для розыгрышей. Ключи, пожалуйста. Так. Вот, кстати, окно я вижу. Ладно. Ох ты. Не помню, даже видела я это или нет. 218-я мне нужна. Видимо, еще не сейчас. Потому что потом там больше не будет подобного ни ракурса, ни вида. Так, еще раз иду сюда. Вдруг сейчас. Нет. Рэйчел Эмбер. Когда мой отец погиб, а ты уехала, мне было одиноко. Тут все еще киты. Значит, это не Рэйчел. Я рада, что она была с тобой. Иду в комнату. Просто уехала отсюда. Без слов. Так, теперь я Виктория. Еще раз проверю. Ничего не поменялось. Ну, наверное, я должна быть собой, чтобы сделать фото. Вот так. Так, ну-ка еще разочек. О! Вот это не шутя. Офигеть. Какие огромные. Это для Самуэля. Вот это белки, я понимаю. Гигантские белки, вау. Что ж, поехали дальше. Иду в свою комнату. Где-то здесь рядом еще должно быть. Опять эти скелеты. Здесь будет долгое вступление. Пропустим. Поехали дальше. Отдали мне управление и иду искать. Мне нужен скелет, сигарета. И тоже я, наверное, искала нарисованный. Да, вернее, я ничего не искала. На этого я не могу посмотреть. А вот стоит. Наверное, вот он. А почему... А, тут все в обратном порядке. Слушайте, клево. Она же тут движется даже в обратном порядке. Офигеть. Вот эта крутая фишка тоже придумали. Осталось две. Есть шкафчики и... Да, но это будет, наверное... Не знаю, насколько быстро я там справлюсь. Выходим. Оказываемся... Что там дальше было? Лабиринт, ага. Так, ну снова паузу, пока я до шкафчиков дойду. Так.
Я около шкафчиков. Не знаю, какой именно я должна сфоткать. Обезьяничать. Кто хочет пойти обезьяничать? Стой! Ой. Эй! Лезь в тачку! Макс, я же знаю, что ты тут. Можешь попытаться убежать, но никто не скроется от белого рыцаря. Выходи! Что случилось с твоей синеволосой неудачницей? Тебе нужен альфа-самец, детка. Как только я узнаю, Макс, представь, что мы вместе в проявочной. Тут же натравлю на них. Макс! Прайс, можешь попытаться убежать, но никто не скроется от белого рыцаря. Что мы должны выполнять каждую прихоть. Да где же у меня нужный ящик? Может, где-то в конце, не знаю. Что случилось с твоей синеволосой неудачницей? Тебе нужен альфа-самец, детка. Стой, Макс. Да я и так стою. Макс, не можешь просто появиться у Блэквелла на инвалидном кресле и считать, что мы должны выполнять каждую прихоть. Вот бы у меня была кнопка, чтобы к ебеням взорвать эту школу. Ни одного шкафчика с опцией. Как только я узнаю, кто серьезно? В документах, то тут же натравлю на них Дэвида Мэтсона. А здесь? Мне кажется, я и в прошлый раз здесь довольно много обшарила шкафчиков, но... Мне ни разу не попался. На инвалидном кресле и считать, что мы должны выполнить... Погоди, Макс. Мисс Прайс не может просто появиться у Блэквелла на инвалидном кресле и считать, что мы должны выполнить... Посмотри на меня. Мисс Прайс не может просто появиться у Блэквелла на инвалидном кресле и считать, что мы должны выполнять каждый... Макс? Да блин. Мисс Прайс не может просто появиться у Блэквелла на инвалидном кресле и считать, что мы должны выполнять каждый... Эй! Прайс не может просто появиться у Блэквелла на инвалидном кресле и считать, что мы должны выполнять каждую... Привет, Макс. Как же это, блядь, иронично, а? Я был прав насчет того. А, ты же уничтожила весь город! Макс? Привет, Макс. Как же это, блядь, иронично, а? Я был прав насчет того. А, ты же уничтожила весь Только город. Теми нацистки попытались бы тронуть Прэшката. Одолжить Блэквелл, мне моя какой... территория. Ты шлюха. Эй, Макс, пожалуйста, подойди. Я отмутохаю тебя в кровь. Да где же тут хоть что-то, что можно сфоткать? Единственный способ попасть тебе в клуб Циклон, если, блядь, тебя торнадо... Стой! Прайс не может просто появиться у Блэквелла на инвалидном кресле и считать, что мы должны выполнять каждую прих... Привет, Макс. Как же это, блядь, иронично, а? Я был прав... Эй, Макс. Фиг его знает вообще. Лучше отмотать время назад! Не может просто появиться у Блэквелла на инвалидном кресле и считать, что мы должны выполнять каждую прихоть. Так, я вообще где? Как же это, блядь, иронично. Не может просто появиться у Блэквелла на инвалид мисколтом кресле. Да что у вас? Кресле и считать, что мы должны выполнять каждую прихоть. Как же это, блядь, иронично. Я был прав насчет того. Вот бы у меня была кнопка, чтобы к ебеням взорвать. Где же я еще не посмотрел? Жить нет. Так. Как только я узнаю... Здесь он меня не... Ага. Юная, Макс. Кресле и считать, что мы должны выполнять Белки каждую прихоть. Белки ненавидят тебя. Так. И они... Так. А здесь я была? О, вот куда я не зашла. Слушайте, а мне кажется, я первый раз заходила сюда, не знаю. Макс, Нет, я сюда точно не заходила.
Это кукла Вуду там. Вдруг доказательство понадобится. Прикол. Браслетики. Оу. Вот это да. Так, все, дальше поехали к бутылкам. Согласись, Макс, слово. Ты укоришь, обдолбишь, наркоманка. Эй, шлюха, можешь обвиняешь меня, слишком бежать от меня, я сумею. Я тебе помогал, а ты что для нее сделала? Прости, Макс. Не-не-не, зачем сюда? Мы мотаемся. Так, мне надо вон туда. Как же это, блядь, иронично. Бутылки-то были где-то вот тут. Левую задницу сюда. Я распотрошу тебя, тварь. Я могу тут же войти в каждый. Интересно, а вот мне их надо все собрать, чтобы... Или нет? Мои ёбаные бобы. Иди сюда, девчушка. Тебе не терпится. Это было жестко. Хотя, конечно, я теперь... О, нет. Бутылки. Похоже, Рэйчел. Это ад. Рэйчел Эмбер. Эй. Макс? Так, одну я собрала, типа того, да? Макс. Эй, Макс. Да здесь я, здесь. То есть, чтобы сделать это фото, мне еще надо все бутылки собрать, так? Тащи свою костлявую задницу сюда. Эй, Макс. Тащу. Макс. Не думала, что сделать фотографии будет так сложно. Рэйчел Эмбер. Просто подумав о ней. Это были мои... Эй, Макс! Да, блин. Как я тут прошла, я уже забыла. Макс, тащи свою костлявую задницу сюда. Я распотрошу тебя, тварь. Может, с этой стороны. Это были мои бобы, Макс. Это были мои ёбаные бобы. Какие бобы? Бутылка. Их не так уж и трудно находить. Так, на стул я садиться не буду. Где-то еще была? По-моему. Не хочу. Хочу сделать... Блин. Сказал, что не хочу, и хотел сказать, хочу сделать пару снимков, да. Именно этого я и хочу. Еще бутылка. И когда же я заработала плохую бутылочную карму? Я и Рэйчел тут плаваем внизу, в канализации. Присоединяйся. Еще одна. Осталось всего одна. О, нет, 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 нет. Рэйчел, корм для червей. Просто отличная шутка. Блин, а где-то ведь я ее видела. Вот только где? Никто никогда не помогал мне, Макс. Особенно ты. А, вон там одна стоит. Угу. Настал твой черед. И там я их все поставлю, типа, и сделаю фотку. Ага. Кажется, тут еще можно найти бутылки. Ну, естественно. Нет. Мне еще нужна. Не, не все нашла. Она сказала, что еще одна. Блин. Этих ушлепков слушать. Иди сюда. О, Макс!
Макс? Скамейка, погодите, а меня оттуда выкинуло уже. Только я фотку хочу сделать. Нет, на скамейку мне рано. Ну, он типа фиксирует, что я уже прошла этот лабиринт и все, этот кусок точнее. Блин, я не хочу назад возвращаться, потому что сейчас придется заново весь кошмар проходить. Неужто я уже упустила момент? Если бы ты только могла видеть Макс. Эй, Макс, и что ты теперь, блядь? Рэйчел. Стой! Я распотрошу. Эй, посмерзу. Да блин. Да не надо мне к скамейке. Вот черт! Рэйчел выглядел как модель зомби в той грязи. Только кости, мясо и опарыши. О, я был весь в этом дерьме. Не хочешь сделать пару снимков? Да, именно этим я и занимаюсь. Ах, вот она. Макс. Давай-ка отойди отсюда. Макс. Блин. Так, давай побыстрее. Так. Вот черт! Рэйчел выглядел как маленький. Этого обходим. Обходим. Вон там она, вот. Так, пока Джефферсон туда идет. Вот так. Макс. Ну и теперь вернемся обратно к скамеечке. Да. Во. Вот теперь сколько надо. Хлоя, это ты виновата. Ты поплатишься за это. Нет, нет, мы не могли так подумать. Выбраться надо, узнать на всякий случай. Ой. Ну вот, теперь и все. Так, что ж, я так понимаю, это были последние фотографии. Кошмаре же больше не было. Ну, еще раз. Чтобы убедиться, что я ничего не пропустила. Да. На этом коллекция собрана. Ну, и здесь проверю для... Ну, вот так. Такой вот из меня фотограф. Очень много фотографий пропустила.